Сегодня в 15:30 к зданию мэрии на Горького были стянуты сотрудники спецслужб и техника. Они съехались по вызову охранника оранжевого дома. Он обнаружил рядом с администрацией подозрительные предметы и сообщил о находке в дежурную часть. На Горького были собраны все силы правоохранителей, здание оцепили. Но уже к 5 часам вечера спецоперация закончилась. Как выяснилось, у мэрии лежали обычные пакеты. Как сообщает ГТРК «Владимир», на них была надпись «Время собирать камни».